самый солнечный город Крыма. Так Ялту прозвали неспроста. 276 дней в году горожане наслаждаются лучами небесного светила. Но поднявшись на 1000 метров над землей, попадаешь в настоящую зимнюю сказку. Вот он, крымский куршавель! В декабре склоны Ай-Петри покрываются снегом и манят любителей экстрима. Кирилл Родионов 20 лет катается на сноуборде. Этот вид спорта принес ему не одну медаль. Лучшая теория – это практика, да. Поэтому, чтобы научиться, надо брать и пробовать. Давайте. Для начала учимся обуваться или встегиваться, как говорят профессионалы. Поставили сначала одну ножку, закидываем застежку верхнюю, наживили. Вот так подкачали, как на роликах, как на коньках. Сноубордист должен уметь перемещать центр тяжести с пятки на пальцы ног и с одного конца доски на другой. Чтобы маневрировать и прыгать на трамплине, как это делают опытные райдеры, уходят недели, а то и месяцы тренировок. Есть техника, называется падающий лепесточек. То есть вы сразу учитесь ехать и левой ногой первой, и правой ногой первой. Не затачивайте себя под какую-то первую одну ногу, потому что она потом будет нагружаться сильно и будет уставать. Вам нужно немножко опуститься на носочки и сразу поедете вперед. Ваша задача научиться балансировать. Вот у вас, видите, да-да-да-да-да, смели-смели. Удержать баланс с первого раза не получается. Ноги не слушаются, сноуборд закапывается в снег. Вот тут-то и начинаешь чувствовать уже себя падающим человеком. Одна из основных ошибок – неправильная стойка. Вес нужно равномерно распределить на обе ноги, корпус выровнять, колени согнуть и смотреть вперед, а не в пол. Пробуем еще раз. Новичкам советуют начинать с пологих спусков, они наиболее безопасны. Но мы все-таки поднимемся чуть повыше, чтобы не мешать кататься профессионалам. Ну что, постараемся отработать на практике все, чему нас учил инструктор. К счастью, спуск практически безлюдный. Можно спокойно падать в любую сторону и не переживать, что с кем-то столкнешься. И все же без излишнего энтузиазма. Так, он едет, это уже хорошо, я могу сказать. И пока что я еще не упала. Опора на левую ногу у меня. Но, в принципе, можно разворачиваться. И так десятки раз. В отличие от лыж, которые при падении отстегиваются, доска крепко зафиксирована на ногах. Научиться самостоятельно вставать – еще одно испытание. Эмоции, конечно, зашкаливают. Интересно, сколько калорий я сожгла за полчаса. Всего 257, столько же, сколько и при активном занятии фитнесом или кардиотренировке. Зато какой выброс адреналина! Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня!